Приветствую на канале Best ICO. Сегодня мы с вами будем проходить процесс регистрации на проекте WinChain. Обзор его проводили в предыдущих видео. В двух словах скажу вам, это проект, который решает проблему с прозрачностью истории автомобилей на вторичном рынке. Соответственно, при помощи блокчейн, когда информация о автомобиле будет храниться на компьютерах системы блокчейн. Соответственно, никакой корректировки и вмешательств никто не может сделать. И, соответственно, автомобиль будет с честной историей, что в первую очередь будет влиять, конечно же, уже на стоимость. Стоимость будет более честная. А также немаловажную роль в этом всем играет момент безопасности, потому что, укрывая историю автомобиля, укрывая показания одометра, укрывая данные о фактах ДТП и так далее, покупая автомобиль, люди рискуют попасть на старом автомобиле в какую-либо неприятную ситуацию, если, например, там пробег был 200 тысяч километров, а заявлено 50 тысяч, да, человек, не зная об этом, спокойно ездит, в то время, ну, как бы уже пришло время что-то менять, какие-то важные части, агрегаты автомобиля. Соответственно, он об этом не знает, и, не дай бог, происходит поломка, и неприятная ситуация. Итак, мы находимся на сайте winchain.io. Выбираем язык, кому какой удобный. Конечно же, я рекомендую русский язык. Входим. Кнопка «Вход». Здесь проще быть не может ничего, конечно. Выбираем любую соцсеть: Facebook, Google, Twitter, Link. Либо же создаем новый аккаунт. Я выбираю Twitter, нажимаю кнопку, соответственно, попадаешь в личный кабинет. Здесь я уже ввел предварительно свой адрес, поддерживающий ERC-20. Как мы видим, у меня уже есть 8 токенов WIN. Далее необходимо заполнить контакты, да, зеленым полем нам об этом говорит проект. Рекомендую все, конечно же, заполнять все только на реальные данные во избежание различных ситуаций. Я на данный момент как бы заполню тестовые данные, писать не буду. Реальные данные. Так, Российская Федерация, штат, город, то же самое, сохранить. Все, информация успешно обновлена. Далее, в разделе «Документы», соответственно, здесь уже переходим. Добавляем либо паспорт, либо водительское удостоверение. Никаких селфи, ничего не требуется. Просто документ добавляете. Размер файла не может превышать 10 мегабайт. Формат JPEG, PNG, PDF, соответственно. И все, как бы через некоторое время, довольно-таки быстро, у вас будет уведомление о том, что ваш КИС пройден. Все хорошо. Тем временем, соответственно, уже можно осуществлять покупку токенов при помощи эфириума, биткоина, лайткоина, Dash. Соответственно, здесь в личном кабинете есть удобный калькулятор, да, сколько вы хотите инвестировать, там, например, 10 эфириума, получите 240 тысяч токенов, или 0,1 эфириума, соответственно, 2400 токенов. А как мы видим, по шкале продаж токены еще в
продажи есть, но немного, скажу вам. Соответственно, выбираем метод. Все просто, да? Копируете номер кошелька, заходите уже в свой кошелек и отправляете на этот кошелек токены. И как бы читаем, конечно же, предупреждение, что просят проект не отправлять из биржевых кошельков. Нужно отправлять непосредственно, например, там из MyEther Wallet. Все, рекомендую вам ознакомиться с проектом, если вы еще не знакомы, и принимать собственное решение по поводу инвестиций. Всем удачи!